В начале выпуска о происшествии. Крупный пожар произошел сегодня утром в жилом доме в Валуйках. Очаг возгорания возник в одном из помещений на четвертом этаже пятиэтажного общежития на улице Тимирязева, 103. В комнате проживали 5 человек, 3 из них – дети. Мама с грудным малышом была на кухне в тот момент, когда заискрилась проводка. Старшая девочка вынесла из комнаты 2-го ребенка, но, испугавшись, никому не сообщила о случившемся. К моменту, когда жители почувствовали запах гари, огонь уже успел распространиться. В итоге он охватил 2 этажа. Однако пожарные справились со стихией. Материальный ущерб оценивается, но главное, никто из проживающих в общежитии не пострадал. В основном благодаря оперативным действиям пожарных, ну и, конечно, реакции самих жителей, вовремя позвонивших в службу спасения. Я быстренько набрала номер. Правда, быстро подняли трубку, и я сказала по какому-то адресу, у нас пожар. Они быстро среагировали, еще не положил трубку, кричит быстрее, ребята, пожар. Вот. Ну, я пока повернула трубку, положила, вышла, отключила машинку стиральную. Выхожу, а тут уже пожарная стоит, уже скорая, и милиция здесь стоит. В общем, среагировали это очень быстро.